Так, нам нужно воссоединиться с двумя челиками и их захилить. Я немного неправильный билд, конечно, взял, только собранность, но... Ничего страшного, и с этим разберемся. Бамбузл. Вообще перетянуть лучше. Еще раз перетянусь. Мне бы до мейна как-нибудь добежать, вот что действительно важно. А, ну я добегаю. Через хит, наверное, но добегаю. Даже не через хит. Брат, бросай меня. Это плохо закончится. Для меня. Не добегаю. Перетяжки не хватает. До окон добегаю, нет? До палета, наверное, добегу. А до окна тоже добегаю. Давай хитули мне М1. Ну и как здесь мне с собранностью что-то делать вообще? Меня Буба просто хейтит со старта. Душнилкин на Бубасе. Пойду туда. Уважает палета. Любитель палет. И сладких конфет. Да хватит, отстань от меня. Что я тебе сделал-то плохого в этой жизни? Отстань. Слушай, какой негативный Буба. Ты смотри. Ну прям от него... Негатив он прям несет, ну. Ah!
спасибо, брат. Этого точно никто не забудет. Так, где ворота? Я пошел отсюда. Я даже, я не хочу с этим Бубой разговаривать, он мне не интересен. Привет. Спасибо, друг. 4%? Что? Кто ты такой? Ай, блин. Брат, даже сейвить нечем, честное слово. И спинку не поставишь, то есть. А, ну вон ворота. У него и палеток нет, и спинку не поставишь. Я все просто сделал. Ну, точнее, все это сломал, так сказать. Ну, к сожалению, тут ничего не могу сделать иначе. Не мог ничего сделать иначе, давай так скажем. Я думаю, он понимает, что нужно уходить. Ой, не хочу этому бубасу отдаваться. Ой, не хочу. Он в лицо стоит. Че, брат, пойдем? Пойдем, все, ладно. Спасибо, дружочек, что ты подставился. Я не думаю, что я бы выдержал. Был бы адреналин бы, да. Ну ладно. Ну никак не засейвить. Просто будут глупые размены и халявные очки бубасу. А вот они вышли все. Он, наверное, надеялся, что он его хитанет. А, ну у него призвание не работало бы, тогда надежда работала.